Всем привет! С вами тех весна 2022. Вы, я так полагаю, на треке про C ⁇ сейчас, или, по крайней мере, на докладе про C ⁇ Uh, и uh, докладчик наш сегодня Павел Филонов. Привет, Паша. Паша, Паша привет. Да, привет. Привет. Приветствую всех Паша зрителей и участников. Паша занимается разработкой. Uh, сейчас он ушел в uh, преподавание. И uh, сегодня Паша нам расскажет uh, про такую концепцию, как zero uh, Overhead Abstraction. Uh, и... Uh, у меня, например, есть очень, скажем так, сильные мнения, сильная позиция по этому поводу. Посмотрим, что нам сегодня Паша расскажет. Спасибо большое за представление. Вот мой тезка меня представил. И я на самом деле знаю, что когда ты слышишь вот эту фразу «zero cost abstractions», «zero cost overhead», тебя прям подгорает. И, собственно, это была одна из причин, почему тебя пригласили как эксперта, для того, чтобы можно было хорошо поопонировать. Потому что я сегодня, конечно, попытаюсь раскрыть, про что это, но ведь ты знаешь, я надеюсь, что наши слушатели узнают, что там много нюансов, дискуссионных вопросов, а как вы вот повернуть с этой стороны, а как повернуть с той стороны. То есть, грубо говоря, мне кажется, вот этот доклад – это такое приглашение к дискуссии, Приглашение к обсуждению, такая, можно сказать, легкая провокация, если хотите. И э, за отведенное время я постараюсь, грубо говоря, э, вот подсказать, про что я бы хотел. И вот Паша, мы бы хотели поговорить со всеми участниками конференции, А к прям активнейшей, я надеюсь, даже горячей дискуссии, не под запись, э, мы всех пригласим в конце этого доклада в Zoom, где, собственно, будем разбирать все в подробностях. Ты, Паша, поддерживаешь такой план? Я надеюсь, ты наконец положишь ага. конец нонсенсу под названием Zero Cost Abstractions. Или, может, наоборот, доведем его до нового абсурда. Тоже вариант. Тогда поехали. Во время доклада, пожалуйста, задавайте вопросы. У нас будет конкурс на лучший вопрос. Вы получите какой-то приз. И чтобы участвовать в этом конкурсе, получайте свой вопрос Question. Теперь поехали. Спасибо. Про что название? Что вообще за этим кроется? Я хочу пригласить всех участников к небольшой разминочке, да, к которой вот Паша мне поможет присоединиться. Давайте вспомним, как к какому-то языку программирования привязан тот либо иной слоган, что иногда чисто по слогану маркетинговому или какому-то техническому или юмористическому можно понять, про какой язык программирования идет речь. Давайте попробуем их угадать. У нас с вами небольшая задержка в трансляции, поэтому вы пишите ваши ответы в чате. Паша мне позв... поможет их, может быть, кратко озвучить. Ну и э, в основном это такой способ немножечко взбодриться с утречка и начать о чем-то думать, потому что сегодня, возможно, подумать придется побольше. Итак, если вам говорят, напишите один раз и запускайте где угодно, какой язык программирования вы сразу вспоминаете? предлагайте ваши ответы в чате. Но я думаю и надеюсь, что здесь у нас много участников из разных сообществ, из сообществ Java, из сообществ C-Sharp, надеюсь, из сообщества Python, JavaScript, мобильной разработки, из сообщества C++ в том числе. И э, ответ на этот вопрос, ну, я думаю, что для многих из вас тривиален. А обычно так говорят про Java. И э, те, кто особенно программирует на Java, знают, что к этому надо относиться, ну, тоже ну, столько юмора и э, э, небольшой критики. Но давайте попробуем угадать следующее: да? про какой язык программирования могли бы сказать, что не все, что делает Microsoft, получается плохо? Подумайте, какие бы варианты у вас возникают в голове. Скорее всего, тут ключевые слова в этом вопросе должны вас навести на ответ очень быстро, что это, ну да, скорее всего, мы здесь говорим о C-Sharp языке, который развивается активно и очень интересен. И мы сегодня, кстати, много будем говорить о C-Sharp, а не только о C++, потому что он выбран в моем докладе как один из подопытных языков, на примере которого можно будет попытаться лучше понять название этого доклада. Что вам приходит на ум, когда говорят, что красота лучше уродства? Такой немножко шаг в сторону. Тут можно обсуждать и гадать. Кто-то, наверное, знает ответ — вот те, кто знает ответ, могут сразу его, собственно, в чате написать. А те, кто не знают, то оказывается в интерпретаторе языка Python есть встроенная пасхалка, которая выдает так называемый дзен питона. И это одна из строчек из этого языка. А теперь я задам вопрос наоборот. Да? Мы немножко перевернем ситуацию. А вот есть C++ язык, который на слуху. По крайней мере, про существование этого языка знают очень многие. И слышали про него очень много, может быть, немного являются активно нем разработчики. А какой же слоган? Здесь я наоборот предлагаю вам подумать: у вас возникает, когда вам говорят: а вот C, вот какой слоган можно было бы приписать языку C. Какой принцип или какая идея, емко и лучше всего этот язык характеризует? Здесь вопрос неоднозначный. Я достаточно много активно и плотно работаю с этим языком и программирую на нем. И у меня ответ на этот вопрос менялся со временем, но мне кажется, сейчас один из основных ответов, который бы я дал, какой бы слоган я предложил, это то, как его характеризует сам создатель языка. И вот здесь вот такой небольшой клип из интервью Бьярна Страуструпа, создателя языка C ⁇ Лексу Фридману где одной из тем, которые, конечно, не могли обойти в ходе этого, там, по-моему, часового или двухчасового интервью, это C ⁇ Zero Overhead Principle. Или, наверное, по-русски, ближе всего это можно перевести как принцип нулевых накладных расходов. Что это такое, что за этим кроется, и какие преимущества это дает языку C ⁇ если программы на этом языке этому принципу соблюдают. Моя задача на сегодня и цель моего доклада помочь нам всем с вами вместе раскрыть это понятие не просто как вот формальное определение. Да? Там формального определения нет, а скорее высказывание, это мнение. А может быть, на каких-то практических примерах это мнение пощупать. Но перед тем, как начать щупать, давайте начнем вот откуда этот принцип родился. Он на самом деле пришел из одной из статей Бриарна Страуструпа и расшифровывается он следующим образом что в этом принципе заложено два тезиса. Да, на самом деле он такой двухсоставной. Тезис номер один. Вы не платите за то, что не используете. Грубо говоря, если в вашем коде не используется какая-то сущность, то, то, несмотря даже на то, что в языке программирования она есть, вы за нее платить. Чем платить? Здесь подразумевается, конечно, производительность. Например, скорость исполнения нашего кода. И вы не будете есть э, вторая часть этого тезиса, и вот она, скорее, именно вторая часть будет сегодня под микроскопом нашего с вами исследования. Ее можно вольно перевести на русский следующим образом. Что то, что вы используете все-таки, да, для того, что вы используете, вы бы не смогли написать код лучше самостоятельно. И вот эта часть тезиса, мне кажется, она самая дискуссионная, она самая интересная, и для того, чтобы ее вскрыть, я хочу, чтобы мы сегодня с вами погрузились как раз в какие-то примеры, которые ну, демонстрируют идею. И мы будем отталкиваться от, например, примеров, которые нарушают этот принцип и примеров, которые пытаются его соблюдать. Причем, может быть, даже в разных языках программирования. Но перед примерами легкий вопрос. Почему это важно? Что этот принцип дает? Где от него как бы профит в этом ключе? Здесь ответ тоже дискуссионный, приглашаю его обсуждать, но он, на мой взгляд, достаточно короткий. У каждого языка программирования ведь есть своя ниша, да, где он является самым лучшим выбором по умолчанию. И если, вот, грубо говоря, Какая ниша для языка C++ выделена? То есть с какими вопросами, с какими задачами, с какими ограничениями приходят к разработчикам на C++ и говорят: нам нужна именно ваша помощь. Мы поняли, что только вы нас выручите. Обычно это когда нужно вытягивать самое, самое, самое последнее из того аппаратного обеспечения, которое у вас есть. То есть есть такая легенда, в принципе, она и подтверждается иногда практикой, что это язык для высокопроизводительных вычислений. Когда, грубо говоря, ситуация, вы не можете закидать железом. По разным причинам. Либо у вас игровая консоль, и вот она, вся консоль, ее пользователь купил, и э, надо подождать 10 лет перед тем, как он купит следующую, а до этого все 10 лет игры должны выходить и как-то там бегать на ней. Либо у вас мобильный телефончик, да, понятно, что его там можно менять раз в два года, но все равно нужно, чтобы все на нем работало. Либо, не знаю, вы меряете уже не серверами, вы меряете ваши по это центрами и вы думаете как-то вот 40-й дата-центр нам кажется лишним. Можно было бы как-то переписать код, чтобы не платить вот эти там, 5 миллионов долларов за поддержку еще одного дата-центра. В качестве легкого подтверждения того, что C++ является одним из высокопроизводительных языков, я хочу отослаться к тому, что называется Benchmark Game. Это такой ну, не то, что это абсолютное мерило, но, на мой взгляд, это один из наиболее интересных проектов, который пытается сравнить в каком-то ключе языки программирования с точки зрения скорости выполнения ими кода. В этом проекте предлагается решать несколько задач, там порядка двух десятков задач разного направления, там, из биоинформатики, из вычислительных задач из компьютерной географики на разных языках программирования. А потом, усредняя результаты, усредняя по задачам, по исполнению, замеряя там, скорость выполнения кода, замеряя потребление памяти, пытаются выстроить ну, какую-то шкалу, да, насколько какие-то языки быстрые, насколько какие-то языки медленные или прожорливые, и так далее. И вот традиционными лидерами в этой шкале являются обычные языки C и C, причем они иногда меняются. Почему меняются? Приходят участники этого проекта, пишут новые решения, и что-то чуть-чуть меняется. Но вот топ-2, мне кажется, последние годы каждый раз, когда взглянуть, он примерно одинаков: это либо C, либо C. И вот моя идея, почему это важно, почему этот принцип важен, в том, что благодаря этому принципу, может быть, не на 100%, но в том числе благодаря э, принципу нулевых накладных расходов, э, это, э, эти языки как раз держатся в топе. Хотя, э, вот понятно, что сам бичмарк тоже интересный, дискуссионный, и он не является каким-то абсолютным мерилом. Более того, если у вас есть ваша задача, лучше, конечно, мерить на ней. Ну, вот э, отталкиваясь от такого провокационного графика, давайте попробуем э, уйти вглубь. И как показать этот принцип в действии? Здесь, я честно признаюсь, я вдохновлялся другим докладом. Меня очень вдохновил на дальнейшее изучение и расширение доклад из растовского сообщества который назывался немножко по-другому. Zero Cost Abstractions. Можно даже будет э, подумать, чем э, абстракции здесь отличается от э, накладных расходов, overhead, который э, доклад был сделан в апреле прошлого года. И в нем автор э, сравнивает, э, пытается продемонстрировать вот этот принцип, э, в данном случае только Zero Cost Abstractions, э, на примере языка Rust и других языков. К сожалению, в его докладе не был рассмотрен язык C++, и я посчитал, что вот надо украсить доклад, конечно, тем, чтобы туда C ⁇ добавить. И мой маленький э, вклад вот, в развитие этой дискуссии ⁇ это то, что я обогатил те примеры, которые приводит автор, примерами на C ⁇ Но давайте взглянем на задачу, которую он предлагает решить. Задача, не удивляйтесь, она очень тривиальная. Зато код ее решения более-менее компактен. Предлагается просто взять... И рассмотреть какую-то задачу, скорее всего, связанную с какими-то вычислениями, там, машинным, обучением, компьютерной графикой. Но, грубо говоря, нам нужно просто найти сумму произведения элементов двух векторов ну, при соблюдении некоторых условий. Псевдокод-задачи помещается буквально в четыре строчки, и представлен сейчас на слайде. Я надеюсь, что псевдокод прочитают все достаточно легко. Единственный момент для, для упрощения задачи предполагается, что оба вектора, VA и VB, они выровнены, то есть в них одинаковое количество элементов. Но нужно немножко конкретизировать, а ну, псевдокод псевдокодом, да, а вот в каких условиях вообще говоря и что будет замеряться. Я здесь хочу сосредоточиться только на времени исполнения, вот этой вот операции. И понятно, что нужно использовать какие-то подходящие библиотеки для бенчмарков, которые не один раз выполнят этот код, да, а будут выполнять его десятки или сотни раз, выискивать статистики, выискивать какие-то аутлайеры и пытаться создать нам более репрезентативную картину. Поэтому, если вам, кстати, захочется повторить все эти бенчмарки, весь исходный код доступен, как оригинального доклада, так и мой форк, где я добавил код от себя. Поэтому ссылочки в конце слайдов будут. Вы можете спокойно пойти на GitHub, склонировать себе репозитории и воспроизвести у себя. Мне, кстати, будет очень интересно, если ваши результаты будут принципиально отличаться от моих. Это будет отличный повод их пообсуждать и, собственно, изнести какие-то исправления. А так... Могу сказать, что все тесты выполнялись просто в одинаковой среде. Я взял первую попавшуюся виртуалку. Здесь не будет какого-то многопоточного программирования. То есть все тесты у нас пойдут строго в один поток. И чтобы было чуть-чуть понятнее, в каких фреймворках и каких версиях виртуальных машин и компиляторов все это происходило, на слайде вся эта информация приведена. И здесь у нас возникнет сразу несколько языков. Я для того, чтобы подробно продемонстрировать, выбрал пока два. И начнем мы с C-Sharp, про который я уже упоминал. Я хочу начать с него посмотреть, как на примере этого языка можно пронаблюдать: а может быть, в C-Sharp этот принцип тоже работает? То, что мы пишем в этом языке, наиболее эффективно, и мы бы не смогли написать лучше. Давайте попробуем сделать несколько подходов к решению этой задачи. Подход номер один ну, наверное, самый простой, который придет на ум, и мне кажется, правильно, правильно с него начинать. Это простой прямой цикл с счетчиком цикла, без каких-либо там наворотов, там новомодных элементов, и мы их все добавим сейчас потом. Код простой, код читаемый, очень похож на псевдокод, я думаю, что даже если вы не владеете C-sharp, а пишете на каком-то другом языке программирования, для вас не составит особого труда это решение прочитать. И дальше, используя библиотеку бенчмарков для .NET, мы можем многократно прогонять этот код для тех характеристик векторов, которые были описаны на предыдущем слайде, там под несколько десятков тысяч элементов в каждом для целых чисел, и постоянно замерять, замерять, замерять время выполнения вот такой, грубо говоря, функции, с тем, чтобы потом посмотреть ну, что-нибудь простое. Можно смотреть медианы, минимальное, можно ограничиться средним. Я не буду, конечно, показывать там все выкладки, но если вы захотите все это воспроизвести, вы увидите, что средние достаточно репрезентативно будут показывать здесь результат, а где нужно сделать будут оговорочки, я их упомяну. Итак, посмотрим на первый график. Нам нужен какой-то бейзлайн, да, от чего отталкиваться, а вот дальше мы можем начать выдвигать наши идеи и гипотезы. Итак, если взять вот такое решение на C-Sharp и его замерить, то в среднем окажется, что Такая функция для вот векторов там, размерности порядка 20 тысяч выполняется 69 это микросекунды. 69 микросекунд. А вот у нас, так сказать, основа, от которой мы теперь попробуем: может быть, пойти выше, выше, значит, хуже, выше, значит, медленнее, или пойти а, ниже. Чем столбики будут ниже, тем значит лучше, а, и все у нас хорошо. А куда мы будем идти? И как мы будем идти? Давайте попробуем сначала накрутить каких-то вот этих абстракций, накрутить какого-то дополнительного кода, который с точки зрения производительности не является кодом оптимизации. Он просто является попыткой использовать какой-то из подходов программирования, чтобы по-другому провести рефакторинг нашего кода. Например, попробуем что-нибудь такое, знаете, в функциональном цепочечном стиле. Благо C-Sharp нам это хорошо позволяет мы можем попробовать использовать итераторы а ZIP, который нам схлопнет, по сути, и создаст итератор по парам. Он будет проходить по парно по элементам двух векторов. Мы можем на этот итератор даже навесить фильтры, которые отфильтруют нам только те элементы, подпадающие под наши условия. И, собственно, какую-то операцию в данном случае просто перемножить, а потом все это дело сложить. С точки зрения объема кода это не принципиально отличается. Но, возможно, возможно, многие из слушателей согласятся, что иногда такой код может быть чуть-чуть лучше читаем. По крайней мере, все-таки читать голые циклы с голыми ифами внутри иногда будет достаточно сложно, особенно если, если это код не ваш или вы писали его очень давно. Если же здесь вот такой стиль, то э, привыкнув к такому стилю, его можно читать достаточно легко. Кому-то он даже нравится, и программисты любят оформлять в этом стиле решения. А вот дальше э, вопрос к вам. Если мы сейчас вот такой код в тех же условиях, при тех же э, векторах, тех же параметрах, начнем с помощью тех же способов замерять, как вы думаете, мы получим какой ответ? Напишите ваши варианты в чате. Вот. Интересно всегда бывает посмотреть какой-то усредненный ответ. Вот потом можем использовать логи чата для того, чтобы сделать такой маленький анализ данных. Иногда, если усреднить разные ответы, можно получить наиболее близкий к истине. Я буквально дам, наверное, несколько секунд вам на раздумие, пока пишите ваши варианты. А сам, пока могу вот сказать лично свою характеристику. Обычно я так код не пишу: ни на C, ни на C sharp. Но. В чем-то, вот личное мое мнение, мне такой вариант может понравиться именно э, простотой его дальнейшего рефакторинга, э, простотой его чтения. Вообще он такой немножечко в функциональном цепочном стиле. Вы, наверное, видите, же, насколько мода вот к такому подходу, может быть, мода именно проникает в разные языки программирования. Сейчас, по сути, почти в каждом языке у нас есть вот возможность сделать итерацию по каким-то контейнерам, э, с какими-то фильтрами, с какими-то группировками. Вот примерно так. А не создавая вложенную конструкцию из ифов и форов, или используя какие-то другие средства языка. Это интересный взгляд на моду. Вопрос, чего она нам стоит. Вот давайте теперь я сравню мои результаты, которые я получил, с теми идеями, которые вы сейчас написали в чате. К сожалению, к моему сожалению, если мы попробуем провести такой код, он дает такой же ответ. То есть ответы все совпадают. Но по времени решения мы видим ну, прям существенное отличие. И могу вам сказать, что оно статистически значимо. Это действительно две разные вещи, которые у них есть там небольшая ошибка, но ошибка измерения там составляет порядка, по-моему, не больше 5%. И видно, что перекрытия каких-то областей здесь явно не будет. Анализируя такой график, можно прийти вот к какому выводу. Ну да, у нас есть в C-Sharp возможность немножко по-другому переверстать то, как мы закодируем наше решение. Да, мы можем получить из-за этого какие-то эстетические преимущества. Или вот нам так приятнее и удобнее писать код и потом проводить его ревью, поддерживать его и так далее. Но мы заплатим. Мы заплатим замедление времени работы. И, может быть, это не страшно. Может быть, конкретно этот кусочек — это не бутылочное горлышко всего приложения, которое мы пишем. И нам не страшно. Но что, если это не так? Что, если действительно наша программка там, с кучей всего в сердце своем очень часто выполняет именно эту операцию? Мы что-то делаем вот из области компьютерной графики, из области обработки аудио, из области обработки видео, что-то из машинного обучения, где там постоянное умножение матриц и так далее. Похоже, что пока что мы можем сделать такой вывод: мы не готовы, можем мы не готовы быть заплатить такую цену. И вот э, теперь к принципу, к названию доклада. Если мы видим вот такое то можно сказать следующее. Я бы мог сказать следующее. Похоже, что вот этот подход с итераторами и вот таким вот навешиванием различных операций над ними не удовлетворяет в плане языка C-Sharp принципу нулевых накладных расходов. Мы добавляем какие-то абстракции, и мы за это платим. Мы платим временем исполнения нашего кода. Значит, этот принцип в этом примере не исполняется. Но оказывается, его можно посмотреть и в другую сторону. А вот тот код, который написали мы просто с параметром i, с простым циклом. А можно было бы его улучшить? И э, здесь, может быть, это код, ну, не всегда свойственный C-Sharp, но вот в C ⁇ можно увидеть такой код. И в C-Sharp, вот, всем, кстати, мне очень нравится этот язык, там такой код можно тоже написать. То есть C-Sharp не, не такой, не язык, он который не притворяется, что он работает, ну, прям совсем с абстрактным процессором. Он прям хорошо позволяет, если что, тоже вытаскивать из процессора какие-то важные нам такты. И если спросить, как такой код ускорить, например, специалисты по оптимизации могут выдвинуть предположение. Ну, смотрите, попробуйте какое-то раскручивание цикла. Что это такое? Это очень странный прием, который может быть вам не знаком и выглядит обычно в коде это вот так. В чем идея? Идея в том, чтобы увидев повторяющиеся действия на каждой итерации цикла, сделать так, сделать итерации, самих итераций этого цикла меньше. Каким образом? Можно, например, за одну итерацию цикла делать сразу четыре шажочка, а не один. И на каждом шажочке вручную, по сути, разворачивать цикл в те действия, которые должны производиться. Это раз. Второй прием, который здесь применен, и вы можете его увидеть, мы подробно можем этот код обсудить во время дискуссии. Сейчас он скорее так как иллюстрация моей мысли: еще приведен прием избавления от ветвлений. Вот эти ифы, они иногда портят жизнь, особенно если процессор их плохо предсказывает. Поэтому, используя разные хитрые приемы, часто привлекая какую-то битовую операцию, как это происходит здесь, мы можем, например, даже начать избавляться от ифов, по сути, выпрямляя поток выполнения нашего кода. И попробовав, то есть мы вот проводим, проверяем гипотезу. Если мы, нам важно попробовать наш код ускорить, чтобы не закупать новые процессоры или не просить там, всех обновить телефоны, или избавиться от пары дейта-центров, <coughs> даст ли это нам какой-то эффект? И здесь, перед тем, как открыть следующий слайд, у меня тоже для вас идея подумать. Как вы думаете, вот это ручное э, раскручивание циклов с точки зрения C-Sharp? Даст ли оно эффект по сравнению вот с этим простым циклом с параметром I? И какой это эффект? Пишите ваши варианты в чате. Тоже будет интересно потом усреднить их и попробовать э, посмотреть такую мудрость толпы. <coughs> Я же. Э, Перейду к своим результатам и к их э, анализу. Если сравнить со всеми предыдущими, мы увидим результат меньше, чем вот этот вариант с прямым циклом. Всего э, в среднем 22 микросекунды. Причем тоже э, здесь это статистически отличается и от первого, и от второго, естественно, вариантов. И вот из-за этого результата можно сделать вот какой интересный вывод. Подождите, получается, что это дало эффект. То есть получается, что что-то, что программист сделал вручную сам, не за счет компилятора, не за счет виртуальной машины или за счет чего-то еще, дало, ну, грубо говоря, там ускорение порядка трех раз. То есть получается, что первый код был ну, какой-то неоптимальный, что ли, вот в этом смысле, в смысле перформанса, да, не в смысле красоты кода. Код-то очень некрасивый был на предыдущем слайде, вы наверняка это заметили. Он стал больше, он стал более громоздкий, его тяжелее стало читать, но он дал свой эффект. И вот следующая часть э, принципа вот этого, что оказывается даже если мы не будем использовать обычные циклы for, а будем использовать вот такие очень странные раскрученные циклы, мы можем написать сами код лучше, чем за нас по умолчанию это сделает э, язык и среда его исполнения. И это тоже нарушение вот этой второй части принципа э, zero. Э, Overhead. Только теперь в другую сторону. То есть мы, если вводим какие-то абстракции новые, мы платим. Но оказывается, мы можем сделать все равно лучше. Мы можем поднапрячься. Да, код такой, скорее всего, будет тяжелее отлаживать. Ну, модульные тесты нам в помощь. Но мы можем сделать его лучше. И дальше возникает, знаете, вот какая-то прям проблема-останова, что ли, если хотите, из теоретической информатики. Какая она? а можно ли еще лучше? И иногда для ответа на этот вопрос ответ «нет» доказать очень сложно. Вот действительно, в оптимизации программного обеспечения вот этих вот тактов и скорости выполнения очень трудно доказать формально, иногда даже невозможно, что можно сделать еще лучше. Какой бы там язык программирования и технологию мы не использовали. Но если вы придете снова к тому, кто таким занимается, и спросите, ну вот мы сделали ручное разворотку цикла loop unrolling и получили эффект. Можем ли мы еще какой-нибудь прием из вот этой черной магии применить для того, чтобы получить еще больший эффект? И вы можете получить утвердительный ответ, что есть еще несколько приемов. В частности, используя то свойство, что у нас сейчас с вами очень современные процессоры, они умеют очень много классных вещей. И с точки зрения того, как они устроены внутри, у них есть очень много всяких классных широких регистров и дополнительный набор инструкций, которые часто называют simt инструкции Single Instruction Multiple Data. Посмотрев на тот задачку, которую мы здесь решаем, специалисты по оптимизации могут сказать, похоже, что если вы будете использовать вот эти самые simt инструкции процессора, то вы получите эффект. И здесь, конечно, мы можем испугаться. Мы можем спросить, что ассемблер, вот, вот эта вот странная штука, которую учили в университете, нужно спускаться туда, нет, сегодня давайте не будем спускаться туда, мы останемся сегодня на уровне языков программирования высокого уровня, но э, дело в том, что есть мостики. В некоторых языках программирования, кстати, не во всех, э, есть мостики между языком и непосредственно машинными инструкциями, они сейчас называют интринсиками. И вот опять-таки еще раз э, э, такой лесный отзыв в сторону C-Sharp. C-Sharp ⁇ язык, где есть такие самые интринсики. Да, они, конечно, начинают привязывать э, наш э, язык еще и к конкретному, ну не конкретному процессору, но, скажем так, к конкретной фиче процессора, которая должна быть. я в своей практике надо сталкивался, что ПО не запускалось именно по той причине, что его пытались запустить на каких-то старых компьютерах. Но давайте считаем, что компьютеры у нас новые, и у нас процессор, поддерживающий инструкции AVX. Я специально сделал шрифт очень маленьким, чтобы вы сейчас не пытались прочесть этот код. Я думаю, его надо вообще как-то, знаете, обфорцировать, чтобы вы даже не пытались его сейчас детально вчитываться. Если что, мы на дискуссии откроем его в текстовом редакторе и будем изучать в подробностях. Я хочу всего лишь показать вам, насколько это стало все отвратительно выглядеть. Прочитать это ну, давайте так. С первой попытки будет практически невозможно. Со второй, с третьей, с пятой, с шестой, скорее всего, вы начнете догадываться, что здесь происходит, даже если не пользуетесь часто вот этими самыми интринсиками. А если вы пойдете еще и почитаете документацию процессоров Intel, потому что такое AVX, то уровень понимания возникнет, возрастет еще больше. Особенно если вы увидите, насколько там иногда все по кривому сделано и приходится этому соответствовать в, в всяких операциях вращения и перемешивания. Но Вопрос тут не к коду. Мы уже поняли, что с вот точки зрения красоты тут и даже ее и не стояло. Да? Вопрос в следующем. А стало ли лучше с точки зрения скорости? Что у нас там с вот этим вот самым второй частью Zero Overhead принципа для C-sharp, когда мы используем AVX? И оказывается, да, тут стало еще лучше. Мы вообще ушли на 5 микросекунд. И более того, тоже оно значимо отличается и от предыдущего варианта, и, естественно, от всех остальных. И здесь, конечно, мы можем задаться законным вопросом. К, мне кажется, к, к авторам компилятора C-Sharp, к авторам виртуальной машины C-Sharp, которая написана, наверное, на C ⁇ да, точно написана на C ⁇ Скажите, а почему? Почему, чтобы добиться вот какого-то хорошего результата с точки зрения производительности, мы должны делать это вот все полностью вручную всегда, практически всегда, получается, даже для такого простого примера, как и этот. Можно ли как-то сделать в нашем языке или в другом, чтобы такой картины не было, чтобы все как-то было более ровненько, то есть чтобы вот этот принцип соблюдался, что, скорее всего, даже тот вариант, который мы возьмем, самый простой, он, э, и тот вариант, который мы напишем там с использованием самой черной магии, которой можно, чтобы они либо вообще не отличались, ну, либо были очень близки друг к другу. Или, грубо говоря, можем ли мы посмотреть, как выполняется э, zero overhead принцип? Для этого нам нужен, правда, будет э, другой язык. И здесь я уже перехожу к языку C ⁇ На нем мы сейчас попытаемся решить ту же самую задачу. и способы решения будут ну, в чем-то похожи. Только да, где-то будет немножко именно C++ специфики с использованием его стандартной библиотеки. Причем не все так радужно. Можно будет рассмотреть с разных сторон и с помощью, в том числе, разных библиотек, которые известны в C++ комьюнити. Но начнем мы, наверное, с чего-то простого. Простой цикл с параметром i, который пробегается нам по нашим двум векторам и пытается посчитать, собственно, наш результат код, да, видно, что тут есть какая-то явная C++ специфика, какие-то STD-вектора, амперсендики, ну, не принципиально в них сейчас вникать. Вопрос замеров. Да? Что это с точки зрения времени выполнения? Причем мне здесь, знаете, даже интересно не сравнивать C-Sharp, C++. Не дай бог, это такой холивар, который только и только в дискуссионной зоне можно себе позволить. Я хочу сравнивать в рамках пока одного языка решение между собой. И давайте начнем с базового замера по поводу простого цикла с параметром i. Он нам в микросекундах даст 5,3. Ну, понятный результат, да, где-то мы такие числа уже видели. А теперь давайте начнем навешивать на него, давайте начнем навешивать на него, может быть, каких-то абстракций маленьких. А с другой стороны, может быть, мы попробуем его как-то жестко заоптимизировать. У нас же есть процессоры, там есть куча классных инструкций. Сначала попробуем что-нибудь навесить, ну, хотя бы какой-нибудь простой итератор. Вот это вот проход по и, это, знаете, как-то неудобно вот громоздко. Есть шикарная возможность ходить тоже по итераторам, причем начиная с некоторых стандартов языка C++ можно уже даже вот так пары красиво разворачивать через structure bindings. Единственное, что вот такого классного zip, его пока нет в стандартной библиотеке, мне пришлось этот zip дописать самому. Причем любопытно, что там наивная реализация этого zip чуть-чуть будет отличаться по производительности от реализации, где надо чуть-чуть подумать. Это интересный момент, который говорит нам, что Uh, язык программирования сам по себе не гарантирует uh, zero overhead принципа. Вот, uh, нужно его соблюдать и в своем коде, и тогда мы можем получить uh, какой-то эффект. Ваша гипотеза. Мы здесь ввели какую-то новую абстракцию, какой-то итератор, который идет по паре элементов. Как-то он раскрывает эту пару на элементы вектора а и B, дальше простой уже, if и сложение. Что он нам испортит? Uh, читать стало, ну, чуть-чуть получше, мне чуть-чуть поприятнее. Извинилась буквально одна строчка кода, но мне, ну, мне уже стало поприятнее ее читать. А, а с, мы заплатим ли за это чем-то с точки зрения времени исполнения или нет? Ваши гипотезы, пишите их в чате, а я же покажу а, свои результаты. <coughs> Легкая разница есть, эти столбики не равны. Но здесь я скажу вот какую ремарку. Эти столбики, они ведь постоянно шатаются. Да? Если делать замеры, замеры, то там будет там, 5,3, 5,2, 5,1. То есть, грубо говоря, есть какой-то разброс, есть какой-то доверительный интервал. И вот если аккуратно сравнивать с точки зрения доверительных интервалов, окажется, что разницы с точки зрения, грубо говоря, статистики нету. Здесь средние. Это, грубо говоря, одна и та же величина. Мы не можем достоверно, какой-то достоверностью говорить, что это разные средние величины. Это значит, что вот на этом примере мы изменили одну строчку кода, но принцип выполняется. Мы ввели какой-то вот этот вот дополнительный элемент, какую-то вот эту да, прослойку в виде итератора, но он не дал нам каких-то э, из значимых, измеримых накладных расходов. Наш код работает с той же скоростью, э, как и простой цикл с параметром. Вы можете сказать, ну что там, одну строчку поменяли, конечно, там компилятор сообразил, как это все красиво развернуть, как сделать этот код наиболее оптимальным, и, скорее всего, чуть было не сгенерировал такой же код, как был в первом варианте. Поэтому, ну, прост, простой пример. Давайте что-нибудь там в более функ функциональном стиле, может быть. Посмотрим. Давайте что-нибудь в функциональном стиле. Есть несколько вариантов, как писать чуть более в функциональном стиле в C. Здесь на слайде приведен один с использованием стандартной библиотеки шаблонов: когда у нас есть всякие функции, которые принимают итераторы, принимают лямбда-функции, которые исполняются над каждым элементом. То есть, явно вводится несколько дополнительных уровней абстракции над нашей сущностью. Мы должны уже пробежать по итераторам, мы должны к итератору применить несколько лямбд, например, лямбда, которая нам отфильтрует варианты, лямбда, которая нам сложит их, std+, чтобы получить результат сложения в конце. В чем преимущество, кстати, этого кода? Стало меньше форов, меньше ифов. Иногда считается, что его проще читать. Вот мне, кстати, чуть-чуть попроще. Опять-таки, дело привычки, скорее всего. Но вот когда прям я вижу вот эти ключевые флазы, transform, reduce, я сразу примерно понимаю, что сейчас будет происходить. То есть если я вижу for, мне нужно еще заглянуть, чтобы понять, что будет происходить. Если я же вижу Transform Reduce, я точно понимаю, а, мы сейчас точно будем проходить либо по одному вектору, по контейнеру, либо по двум контейнерам, мы будем над каждыми парами элементов делать какую-то операцию, а потом еще над э, всеми результатами сделаем какой-то агрегат. Типа сложим, скорее всего, найдем минимум, найдем максимум и так далее. Вот мы можем написать такой код и подвергнуть его э, тем же самым процедурам. Попробовать замерить вот эти вот вызовы функции, вот эти вот лямды, неименованные функции, тернарные операторы, чего они нам здесь будут стоить? Пишите ваши идеи, сколько вы бы дали за выполнение этого кода в микросекундах, вспоминая, какие отталкиваясь, конечно же, от результатов, которые были на предыдущих слайдах. И вместе с вами я хочу тоже на взглянуть на эти результаты для того, чтобы их посмотреть и проанализировать. Столбики чуть-чуть э, изменились. Появился вот этот наш столбик с трансформом. Э, визуально вы видите, что он выше, да, и там 5,5 микросекунд. Но все-таки э, я еще, кроме языка C++, немножко занимаюсь анализом данных и знаю, что когда мы видим такие близкие вещи, не стоит сравнивать просто на больше-меньше. Не стоит просто говорить, что Средняя 5,5 больше, чем средняя 5,3, поэтому мы просто скажем, что код Transform работает медленнее. Нет, надо делать более аккуратные сравнения, и здесь я их заранее произвел, вот просто чтобы не сгромождать слайды, могу сказать, что нет, здесь нельзя сказать с какой-то прям уверенностью. Грубо говоря, этот результат нельзя будет обобщить в целом на какие-то другие выводы. Более сильные, более другие случаи, там, на другие процессоры, может быть, или что-то еще, что оно медленнее. Скорее всего, оно примерно такое потому что там есть какие-то отклонения, и какие-то тут же много раз проходит запуск этой функции, да, и какие-то замеры transform могли даже быть быстрее, чем какие-то замеры direct index или direct iter, то есть вариации с параметром i или с итератором. Поэтому здесь стопроцентной уверенности, даже 95% уверенности на самом деле, что это медленнее, ее здесь нету. Поэтому проще сказать, что, скорее всего, не отличается. Интересно, как? как такое может не отличаться. Здесь это вопрос, как это конкретно реализовано, это хороший вопрос к авторам компиляторов, к тем, кто предлагает стандарт языка C++, какие-то элементы в стандартную библиотеку. Вот то, что я использовал на предыдущем слайде, это все стандартная библиотека. И перед тем, как что-то принять в язык или в стандартную библиотеку, я уверен, что э, многие эти э, вещи проходят дискуссии, в том числе и с позиции, скажите, а нарушает ли вот такая вещь в нашем языке э, zero overhead принцип или нет? Если нарушает, ну, есть вопросы, а стоит ли нам предлагать э, нашим пользователям, по сути, программистам на языке C э, ⁇ такие принципы использовать, такие инструменты использовать? Или, может быть, нам... Э, Стоит доправить их на доработку. И очень, кстати, много предложений в развитии стандарта языка C++ вряд ли принимаются с первого раза. Они отправляются многократные доработки не только из-за нарушения Zero Overhead принципа, из-за других вещей в том числе. Есть еще проблемы, связанные с поддержкой разных компиляторов, разных платформ, но некоторые из них могут быть явно подвергнуты критике, потому что они его нарушают. А проверяется это эмпирически, проверяется эмпирически, есть примеры, есть задачи, есть бенчмарки. Можно посмотреть ассемблерный код. Есть и такой способ. Им, кстати, достаточно часто могут пользоваться. Есть специальные тулзы и удобные инструменты для языка C++, которые помогут посмотреть, какой же машинный код код ассемблера, по сути, в итоге порождает компилятор, причем разные компиляторы с разными настройками. И вот здесь, с точки зрения эмпирики, на самом деле я посмотрел, смотрел и ассемблерный код, там все тоже хорошо. То есть это примерно одного поля ягоды. Мы ничего не платим. Мы можем использовать вот такой стиль оформления кода и... Авторы языка, авторы стандартной библиотеки, стараясь поддержать этот принцип, вот, то есть это не какое-то, может быть, математическое правило, да, которое невозможно нарушить. Можно его нарушить, будут примеры на это. Но э, если нам говорят, что при проектировании вот этой функции, этого библиотеки, этот принцип соблюдался, то значит мы можем вспомнить, ага, наверное, мы тогда не сможем написать лучше. Мы можем просто смело брать и пользоваться ей. И не бояться, может быть, сразу сильно, что все станет хуже. Но это не освобождает от ответственности. Да? То есть знание принципа не освобождает от ответственности, поэтому всегда надо мерить. Здесь есть еще одно место для еще одного столбика. И по аналогии с примером на C-sharp, мне бы тоже хотелось задать, ну, грубо говоря, компилятору C++ вопрос. А ты знаешь вот про то современные процессоры, да, под которые ты вот все это выполняешь? Вот мы, как программисты, знаем, и мы знаем, что там, написав кучу очень плохо читаемого кода, э, на C Sharp или на C, мы можем э, использовать прям э, самые передовые инструкции э, и вытаскивать прям вот прям последнее-последнее стараться. То есть делать активную векторизацию э, наших вещей. И переписать это все с использованием инструкции AVX не пытайтесь даже читать этот код, это, 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 плохая, это плохой код. Вот. Если вы такое видите, скорее всего, там где-то рядом должен быть комментарий. Не трогайте это, желательно никогда. Если вам нужно что-то сделать, лучше напишите новый код, не пытайтесь заменять этот. Это специальная жертва, которая была присена нам на алтарь э, клин-кода. Вот, точнее, на алтарь э, оптимизации, и из-за этого сожгли какую-то из редакции книжки «Клинкод» потому что здесь очень важно как можно быстрее выполнять эту операцию. Вот такой комментарий может быть открывающим, может ставить просто комментарий в духе, что это такое да, из каких-то букв типа WTF, которые можно иногда встретить в коде больших открытых проектов на языках C ⁇ Но нас волнует не это, меня волнует не код. Код можно написать, его даже можно отладить, у меня даже это получилось подглядывая, конечно, очень активно в инструкцию Intel и в их так называемые интринсики. Это такие вот специальные инструменты, которые с точки зрения языка программирования выглядят как функции. И вот здесь они выглядят как функции. Тут видите куча каких-то странных функций с нижним подчеркиванием, что уже наводит на сомнения, особенно питанистов, можно ли такими пользоваться. Вопрос скорее э, в том, что это на самом деле не функции. Они э, превращаются, по сути, в машины инструкции. Это вот их небольшое отличие. Э, нет никакого там вызова функции, каких-то там адресов возврата. Нет, вместо них просто компилятор старается вставлять э, непосредственно ассемблерные инструкции. Это, по сути, знаете, такая возможность не писать напрямую на ассемблере, потому что это ну, не самое приятное занятие. Там с читаемостью тоже не фонтан, иногда, скажем так. Да и компилятор это иногда ему мешает. Если вы пишете уже сами свой код на ассемблере, обычно компилятор немножко отходит в сторонку и говорит, ну тогда вы сами занимаетесь оптимизацией, у меня ничего не спрашиваете. Вы тут явно лучше знаете. Если же мы используем э, интринсики, то э, у компилятора все-таки есть возможность еще посмотреть, так сказать, ну вот я, кажется, понимаю, что ты хочешь сделать, я вот еще немножко вот тут так покручу, чтобы стало еще чуть-чуть получше. Ну да, грубо говоря, Пока я все это рассказывал, я надеюсь, вы надумали над моим очевидным вопросом, который здесь э, логично было бы задать. Быстрее ли это всех предыдущих версий на C++? Помните вариант с C-sharp? Там прям э, использование AVX-инструкции рвет и мечет. Явно и про лучше простых циклов с параметром, и лучше э, ручной раскрутки цикла, ну и явно лучше там, вот этих сложных нагромождений э, функционально подобных конструкций что же здесь? Сможем ли мы здесь подколоть, так сказать, компилятор и показать ему, насколько мы умные? Мои замеры показывают, что нет. Да, средняя циферка, видите, вот меньше, чем все предыдущие, но не входите в заблуждение. Она примерно совпадает. И там тоже при многократном запуске этого примера будут такие варианты запуска, которые по времени будут хуже, чем для трех других. Поэтому здесь нельзя сделать какой то там, знаете, с уверенностью 95%, мы можем утверждать, что наш код на AVX прям принципиально лучше. Там есть какой-то вот такой квази, я бы сказал, что там есть квази-эффект, но, скорее всего, для другой задачи он может уже не наблюдаться. Я бы очень побоялся бы делать выводы даже на близкую задачу, что это быстрее. И встает законный вопрос. Получается, и так мы не можем сами написать лучше, даже зная, что за процессор, даже зная, что там есть вот эти классные инструкции. Почему? Ну, э, не заглядывая в ассемблер, могу сказать, э, точнее, как я заглядывал, не показывая ассемблер, чтобы уж не вводить эту сильную мешанину, могу сказать следующее. А компилятор знает про э, симт инструкции компилятор знает про векторизацию, он знает про AVX-инструкции, он тоже умеет ими пользоваться. И тоже достаточно неплохо. И он хорошо умеет читать код. Вот знаете, компилятор иногда он с синтаксическими ошибками так иногда не очень понимает, что там не так. Но вот когда вы синтаксический код написали корректно и там нет каких-то э, вот нарушений правил игры, неопределенного поведения и прочего, компилятор может посмотреть на код, сказать: кажется, я понимаю, что он хочет сделать. И я знаю способ, как это сделать лучше. Как это сделать максимально быстро, используя даже понимание, например, под какую версию процессора мы сейчас компилируемся. Да? Отсюда, кстати, эффект такой наблюдается, что иногда при перекомпиляции, не всегда, но иногда при перекомпиляции программы не просто под архитектуру процессора, а прямо вот, прям, вот, под, под, под вот этот, можно, можно увидеть какой-то незначительный прирост. Особенно если это процессор из последних поколений, и там все больше и больше и больше вот этих вот самых а, инструкций а, для а, ускорения. <coughs> Получается, какой я здесь могу сделать вывод? Вот в этом примере с использованием тех инструментов, что я показал, простых циклов с параметром, простых итераторов, такого transform-reduce, такой map-reduce стиля, да, map фильтр и AVX инструкции, то есть вот таких уже агрессивных техник оптимизации этого кода, мы не видим существенной разницы. Получается, что вторая часть вот Zero Overhead принципа мы не можем написать лучше. Поэтому в данном примере я бы, конечно, сказал, ну, да, мы проверили нашу гипотезу, она для этого языка не подтвердилась. Оставляйте тот вариант, который вам кажется Удобнее всего для рефакторинга, удобнее всего для код-ревью. Его проще читать или он лучше документирован. Вот я бы выбрал, наверное, вариант с трансформом. Мне не нравится очень видеть сильную мешанину ифов и форов. Мне вот нравится, когда просто имена каких-то функций. Типа здесь мы пофильтруем, здесь мы просуммируем, здесь мы сгруппируем. Наверное, много писал на SQL, может быть, от этого вот у меня есть какое-то теплое отношение к такого рода вещам. Но правда все чаще и чаще в современных языках я вижу, как в них проникают желания, какие-то вот такие больше декларативные элементы вставить. И отсюда мы можем сделать вывод, что пожалуйста, компилятор вас не ограничивает. Пишите, как вы хотите. Он все равно сделает тот код, который будет работать с его точки зрения максимально быстро. Это была такая ода. Да? Ну, вы, наверное, почувствовали, что есть некоторое такое восхваление у меня с этой точки зрения, но для полной картины да, нам нужно посмотреть и другую сторону медали. Я бы не хотел, честно говоря, чтобы вы вынесли из этого доклада только одну мысль. Эти плюсовики, они вообще обнаглели. Они говорят, что их вот код, он божественный, но не в плане читаемости, это как раз самый, наверное, отвратительный код, который можно видеть, но в плане перформанса. Нет, нет, ни в коем случае. Не эта мысль, я надеюсь, будет у вас основная. Чтобы, так сказать, в эту бочку меда, которую я сейчас тут изливал, добавить хорошую ложку дегтя, я рассмотрю антипример нарушения этого принципа и в рамках языка C++ и поставлю вопрос, а вот просто то, что мы пишем на C++, это нам дает гарантию? Все, мы говорим, мы пишем на C++, значит, все, что мы, выходит из наших пальцев, это самый идеальный с точки зрения производительности код, который только можно получить. Звучит прям так очень самонадеянно, и давайте посмотрим, так ли это. Что мы можем еще взять? мы можем посмотреть, так, а что у нас еще в C++ сейчас такого модного, на острие, о чем идет много докладов, много обсуждений, что еще, может быть, не находится в каждой кодовой базе, но может туда когда-нибудь попасть. Например, есть такая новая библиотека, а, она называется C++ Ranges. <coughs> а, достаточно давно развивается, и а, части этой библиотеки, она начинала развиваться как сторонняя библиотека, но части этой библиотеки уже начинают потихонечку переползать в стандартную библиотеку языка программирования. В частности, начиная с стандарта C++20 у нас есть уже кусочек, и в C++23 запланирован следующий кусочек. Эта библиотека — это, по сути, желание получить альтернативный синтаксис работы с итераторами, который вот если посмотреть на код, он немножечко, знаете, такой напоминает Unix стиль конвейеры, да? когда вот используется прям вертикальная черта, вот такой оператор, который говорит, что наша программа или кусочек программы — это прям поток данных. Мы вот этот поток сейчас будем прям переливать слева направо, Грубо говоря, мы сначала берем и делаем zip-итератор. Да? Мы объединяем два контейнера. Потом мы применяем к этому фильтр. И вот у нас какая-то там лямбда в этом фильтре участвует. Потом мы применяем какую-то операцию трансформации. Вот у нас идет трансформ. Потом еще можно применить какую-то операцию суммирования. Здесь она вынесена в начало. Там есть разные варианты, как это синтаксис можно записывать, но я думаю, те, кто писал много однострочников в Unix стиле, или использовал что-то похожее в современных языках программирования, где такие элементы тоже возникают, вы опознаете этот подход. И э, у него есть преимущества, недостатки, сам стиль и сам синтаксис можно обсуждать, но я сейчас хочу взглянуть на него с другой стороны. Это чего-то стоит? У вас тут C ⁇ Вы нам тут рассказывали про Zero overhead принцип. Неужели и это ничего не стоит по сравнению с тем самым 4E? И вот здесь, к сожалению, я должен выложить все карты на стол, вот, что станет чуть-чуть похуже. Попробуйте угадать в чате, насколько. Напоминаю, что все предыдущие примеры на C++ давали порядка пяти с небольшим микросекунд. Попробуйте написать ваши варианты. Насколько, то есть примерно какое среднее время выполнения такого кода вы бы ожидали. Предлагаю, что здесь используется последняя версия библиотеки Ranges v3. Если вы вот знаете про нее, может быть, эта информация тоже вам поможет. Я же не буду долго, так сказать, держать интригу. А я постараюсь перейти к своим результатам, которые, ну, это честные результаты. Они у меня постоянно воспроизводятся на той виртуалке, на которой я все это тестирую, под теми версиями компилятора, под которыми тестирую. И они не э, очень красиво выглядят э, с точки зрения как раз zero overhead принципа. Такое ощущение, что вот у меня почему-то я сейчас, конечно, скажу очень сильную фразу, да, но поторопились, на мой взгляд, пока с принятием ranges в, в стандартную библиотеку. Может быть, те примеры, которые я показывал, они все-таки пока не состояли, то есть там не все можно померить, не полнота библиотеки. Вот я бы точно буду делать повторные замеры, когда выйдет поддержка нового стандарта, где вот весь ренджес, который мне нужен для этого примера, он будет находиться уже внутри стандартной библиотеки. Я не исключаю, что ситуация может измениться. Я буду очень рад, если она поменяется. Но сейчас пока я вижу следующее и делаю отсюда вывод. Да, третья сторонняя библиотека Ranges пока что для этого примера этому принципу не удовлетворяет. Я могу написать код лучше. Причем он будет не сильно сложный. Как вы видели, мне для этого даже не нужно какой-то ручной раскрутки цикла и AWX-инструкции. Я просто напишу код с параметром, я напишу код с итератором, я напишу код да просто на Transform Reduce, и я получу результат гораздо лучше, чем код с использованием... Итераторов и подходов этой библиотеки. Я не... Библиотека развивается. И я не исключаю, что в ее новых версиях, особенно которые будут входить в стандарт, эта проблема будет решена. Но пока что, как я считаю, там есть, так сказать, время на подумать и время на поработать. Надеюсь, что мы его увидим. А постепенно переходя к завершению нашего доклада, я надеюсь, что у вас сложилось чуть более полное ощущения. Я надеюсь, что у вас теперь внутри есть ответ на вот этот вопрос. А что же имеется в виду, когда говорят про zero overhead принцип? Это только для C++? Нет, нет, я бы так не сказал. Это не только для C++. Как его можно проверить, пожалуйста? Вот есть бенчмарки, используйте, пишите свои. Главное — соблюдать все основные правила, как аккуратно проводить замеры. Естественно, запускаем там много раз, делаем, смотрим распределение, делаем из этого статистически достоверные выводы. Ну а главное — это нам позволяет решать главную проблему выбора. Что выбрать? писать так или писать так, писать на этом языке или на сём. Когда мы знаем ограничения, ограничения ведь нам помогают сделать такой выбор. И дальше нам нужно только наши знания и полнота информации о том, как этот выбор делать наиболее мудро, на какие принципы опираться. В конце я с удовольствием с вами поделюсь ссылочками на различные источники, включая на ссылку на гитхабе моего форка репозитория оригинального доклада, который я расширил примерами на C ⁇ Также здесь есть ссылки на описание самого принципа и те материалы, которые я вдохновлялся и использовал при подготовке сегодняшнего выступления. Вам же большое спасибо за внимание. Я с удовольствием готов ответить на какие-то вопросы прямо сейчас. Я очень надеюсь, что Паша мне с этим поможет. То, что мы не успеем обозреть сейчас, пригласим всех к зум-дискуссии, которая последует после завершения. Спасибо вам большое. Спасибо, Паша, за доклад. У нас есть несколько интересных очень вопросов. Я пользуюсь положением, у нас есть буквально 4 минуты на ответы на вопросы в эфире. Я воспользуюсь положением и спрошу свой вопрос сначала. Кажется, что у нас совпадает мнение про то, что не так с zero-cost abstractions. Мог бы ты Буквально краткий ответ, э, затравку для дискуссии дальнейшей дать сейчас. Вот, э, вот эта вот разница zero-cost abstractions, да? Э, там э, мое мнение по этому вопросу таково. Э, этот принцип не надо воспринимать как математическое правило. И не стоит к нему относиться как к чему-то абсолютному, потому что есть отличные примеры докладов там, у Чандлера, есть отличные доклады, где он, например, показывает на конкретных примерах, что он, как программист с большим опытом, может написать на ассемблере код, который все-таки будет чуть лучше. И более того, не просто он может написать на ассемблере код, он обосновывает, что, смотрите, вы вводите какие-то абстракции в язык. Вот пример, по-моему, с UniquePTR. -ом. Да? про который говорится, что смотрите, это ведь настолько тонкая прослойка, там почти все за вас делается на этапе компиляции, вот э, и конструкторы, и более того, если вы используете агрессивные оптимизации, скорее всего, там вообще почти ничего не будет делаться, как будто вы сами за вас просто компилятор пишет код. Но э, э, все-таки вот эти абстракции э, и наши коллеги из разработчиков и компиляторов говорят, что иногда абстракции мешают этим оптимизациям. То есть есть оптимизации в компиляторах, которые прям реально стопорятся из-за появления тех либо иных абстракций. И вот с этой точки зрения, вот мой взгляд на эти вещи, это не стопроцентное математическое правило. Да, и оно выполняется в хорошей части случаев. Да? То есть мы можем потерять немного. Но иногда эти абстракции мешают, причем, я так понимаю, что чуть было не на принципиальном теоретическом уровне. То есть что это, я не видел еще, может быть, формальных доказательств и формальных теорем, но есть такое ощущение, что э, само слово это немножко нонсенс, что их вот, Какое может не, не быть. быть. Zero cost abstractions. Что это может быть пока что математически не доказано ни то, ни другое в этом плане. И, скорее всего, если бы вот меня спросили, да, вопрос ты за P равно NP или P не равно NP в этом ключе, я бы сказал, что мне кажется, я бы ожидал скорее, что либо появится какой-то специалист по Comuter Science, который докажет, что это не так, что всегда будет небольшой накладной расход, причем на теоретическом уровне. Либо мы никогда не узнаем формальный ответ на этот вопрос, и мы тогда останемся при своих мнениях. Понятно, спасибо. Вот есть еще э, очень интересный вопрос. Опять же, я тебя прошу ответить буквально за минуту, и мы, может быть, развернем обсуждение в, собственном обсуждении. Статин Плотников спрашивает, почему Zero Overhead не применялся к этапу компиляции? Например, в куче директив Include включаются зависимости, которые напрямую не используются. Сейчас вроде бы что-то стали делать, но можно уточнить, почему это э, так долго игнорировали. То есть, я еще думаю... раз, почему zero, zero Overhead не применяется к этапу компиляции? Я думаю, что это часть небольшого легаси еще от языка Си. Вот такой короткий ответ, может быть. Мы можем его раскрыть дальше в дискуссии. А куда, собственно, мы всех и приглашаем? Спасибо большое всем, кто слушал. Надеемся, сейчас мы продолжим обсуждать ваши вопросы уже в дискуссионной зоне.